Ой, ма... Хлопи-хлопи, дочка. Хлопи-хлопи, малыш. А, так я думала, тазан. Ну, давай-давай, хлоп. Что собрались, молодцы. Кучку. Трусы уберу. Тут как-то вообще не солидно. Thank you very much. Вот уроды. Ругается больше и больше. Немножко о соревнованиях, немножко о присутствии российской команды. Что делаете, чем занимаетесь? Ну, соревнуемся. Сегодня отличная погода, светит солнышко. Все очень красочно. Травка зеленеет. Бежать одно удовольствие. Надеюсь, что сегодня вот уже 4 забега прошло, полуфинальных. И все ребята рады, довольны. Вот, продолжаем бороться. Понятно. Что это за соревнования, как они правильно называются? Сколько человек в российской команде представляет страна? Ну, это открытый чемпионат Голландии. На него приехали у нас представители не только России, но также Германии, Эстонии. По-моему, даже есть представитель Великобритании. Так что в этом году чемпионат такой довольно серьезный. И по сравнению даже с прошлым годом видны кардинальные изменения в плане и организации, и участников. Здорово. Сколько человек в российской команде? Откуда эти ребята? Как они вообще отобрались? Вот, немножко расскажите. Ну, у нас российская команда представлена 10 участниками. 4 участника у нас отбирались на чемпионате России летом в Елабуге. Вот остальные приехали сюда на открытый чемпионат за свои средства. Ну, тоже вот они у нас включены в состав сборной команды России. И бегаем все мы на одинаковых условиях. Ясно. Сегодня сами бежали, я вот видел, там стреляли, боролись как на рубеже во время гонки. Что можно сказать по трассе именно как спортсмен, как вот что такое? Ну, трасса у нас представляет тут такое красивое зеленое поле, то есть бежать по нему одно удовольствие. Конечно, мне подготовки не хватило, даже не то что немножко, а очень множко. Вот. Ну, на ребят приятно смотреть. Бодро, весело бегут. Как бы поднимают коленочки. Шаг широкий, хороший, уверенный. Поэтому думаю, что финал сегодня будет очень зрелищный.
Последний вопрос, планирую. Вот это получается, я вот вижу третий вариант Раначери, то есть мы установим в России, в Германии, этот голландский вариант. Что можешь сказать о голландском варианте? Вот, в чем его специфика, в чем его особенность? Ну, во всех странах, которые ты перечислил, да, есть свои особенности, но, скажем так, очень много схожих элементов. То есть самое основное – это бег и стрельба из лука. Во всех странах вот различается только то, куда и как мы стреляем. Вот. Ну, голландский вариант тоже довольно хороший, да и немецкий вариант. Здесь у нас представлены установки. Три мишени у нас на каждой установке, радиус 20 сантиметров. И длина стрелковой дистанции у нас 20 метров также. Вот. Это немножко отличается от тех стандартных размеров, которые мы используем в России. И, конечно, самое большое отличие – это то, что не 4 мишени на каждом рубеже, а 3. Вот. Но голландские спортсмены и тренера, они смотрели наши соревнования в России, и я думаю, что 4 мишени им понравилось больше. И все-таки мы склоним весь мир, чтобы было больше стрельбы. Ясно, спасибо. Steven Hagen op. Are you ready? Set. Давай, 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 давай! Хорошо, хорошо, своим темпом, хорошо, давай, своим темпом, своим. Хорошо, своим темпом, давай, поцелимся. Давай, Макс, Макс, давай, поцелься лучше, давай. Так уж уйди на фон. Красавчик вообще, супер. Молодец. Да. Я! Давай!